Всем привет! Всем привет! Так, ну что ж, начнем наш прямой эфир. Так, ага, эфир сохраним, так что уже начнем, наверное. Меня зовут Екатерина Пономарева. Я преподаватель Центра опережающей профессиональной подготовки, извините. Итак, сегодняшний наш эфир посвящен именно такой актуальной теме для тех, кто сдает экзамен. Экзамен, вообще не только экзамен, возможно. Ой, я хочу у вас спросить, насколько меня хорошо слышно. Слышно ли хорошо, либо я могу надеть наушники. Меня хорошо слышно? Ага. Так, если не слышно, пожалуйста, напишите. Хорошо. Ага, хорошо. Видео тоже хорошо, отлично. Так, вот сегодняшний эфир посвящен тем, кто собирается сдавать экзамен, да и не только экзамен, для тех, кто, возможно, собирается защитить диплом, для тех, кто собирается сдавать итоговое какое-то тестирование, и вообще для всех тех, кто что-то планирует делать, но у которого возникает такое ощущение, как волнение, страх или даже тревога. Давайте для начала спрошу, кто из вас когда-либо испытывал страх? Страх, например, испытывали ли вы вообще страх перед каким-то важным для вас делом? Безусловно, опережая ваши ответы, я скажу, что да. Каждый человек вообще в течение своей жизни испытывает разные виды страхов, тревог, волнений. Но страх перед экзаменами для школьников, которые сдают экзамен в этом году, он немножко особенный. И сегодня поговорим об этом. Давайте для начала поговорим. Давайте поговорим про страхи. Что такое страх? Вообще страх, он, если по-простому объяснить, страх — это наше внутреннее состояние, которое обуславливается теми или иными симптомами, разными симптомами. Что насчет экзамена? Даже само слово «экзамен» для многих он звучит как стресс, экзамен — это стресс, экзамен — это страх, экзамен — ой, мамочки. То есть само слово «экзамен» он уже как-то вызывает у человека некий страх. И ощущение страха, вот симптом страха сопровождает нас в течение всей нашей жизни. Как я говорила, школьники волнуются перед контрольными работами, перед какими-то итоговыми экзаменами. А вот студенты, например, да, студенты волнуются перед сдачей сессий, да, например, перед сдачей зачетов, экзаменов. И после университета обычно люди волнуются перед поступлением на работу, во время собеседования. Еще очень много страхов, которые человек в жизни испытывает. То есть не только в школьные годы, но и вообще в течение жизни, если мы планируем что-то важное для себя сделать, что-то делать такое, что мы раньше не делали.
это, конечно, у нас у всех вызывает страх. И давайте поговорим немножко о тревожности. И у меня вот по поводу тревожности возникает сразу такой вопрос. А вообще нужно ли что-то делать с этой тревожностью? Как вы думаете? И что такое вообще тревожность? Состояние тревожности. Ну давайте. Ряд таких современных исследователей, они относят вот именно экзаменационную тревогу к частному случаю, то есть к частному случаю именно социальной тревоги. Что такое социальная тревога? То есть они говорят, что экзаменационная тревога связана с социальным каким-то страхом. И что же это такое? Страх за кого-то, страх чего-то неопределенного. Тревога, связанная с социальным страхом, это не быть хуже других, либо не опозориться. Да? И тут сразу нужно сказать, что вот социальная тревога вообще и экзаменационное, в частности, это совершенно нормально. Это совершенно нормальное явление, и она в той или иной степени присуща всем нам. Для некоторых нет необходимости с ней что-либо делать, а для некоторых... некоторые говорят, что все окей, у меня все окей, не нужно с этим... Это нормально, это пройдет. А вот для некоторых состояние страха и тревожности имеет какое-то негативные последствия. Это может быть нарушение сна, постоянная усталость, головные боли. То есть это выходит через нашу психосоматику. И это... И тогда уже нужно с ней что-либо делать. То есть для того, чтобы ощущать себя комфортно, уверенно, нужно, необходимо нам как-то побороть этот страх, либо эту тревогу. Итак, а почему мы вообще волнуемся и что с этим делать? Страх перед экзаменом — это нечто большее, нежели просто неприятное ощущение. Многие школьники знают, что из-за волнения результат экзамена может оказаться вовсе не таким, каким хотелось бы. То есть, самый такой часто встречаемый такой страх перед экзаменами — это страх переволноваться, то есть разволноваться. Если по-якутски сказать, да, «Ахара долгиен, оло хатан тугудон арбатум дем болар». И еще есть такое, так сказать, некоторые школьники думают, что вот отличники, те, кто хорошо учатся, они вообще не волнуются, потому что они уже знают, они постоянно учат разные формулы, правила, то есть они знают очень много, они очень много трудятся, и поэтому у них нет страха. Но вовсе это не так. Страх одолевает не только тех, кто хорошо учится, но и... я хочу сказать, что страх именно может коснуться всех. Всех. Есть такое чувство, как волнение, потому что это мой первый прямой эфир в Инстаграме. И вот у меня, вот видите, симптомы, я немножко волнуюсь, и у меня основная мысль, она немного перескакивает, да? Итак, давайте рассмотрим причины нашего волнения. Вот первая причина — это неуверенность в своих силах. То есть из-за того, что
ну, школьники часто думают, что я не совсем готова, я не совсем выучила тот или иной, то или иное правило, например, по русскому языку. Я пропустила очень много тем, поэтому я не смогу в достаточной степени, в хорошей такой степени сдать экзамен и так далее. А вот вторая причина — это переоценка значимости экзамена. Что это такое? Ну, вообще, ЕГЭ, да, по сути, ЕГЭ — это, пожалуй, такое самое важнейшее испытание в жизни школьника. И от исхода этого экзамена зависит дальнейшая судьба. То есть, как я сдам ЕГЭ, на сколько баллов я сдам ЕГЭ, и как по результатам. Да, многие школьники очень боятся ЕГЭ, да. И в связи с этим появление волнения, внутреннего напряжения и тревоги вполне, вполне закономерно, да. И чтобы снизить уровень тревоги, нужно научиться правильно интерпретировать ситуацию. То есть, для многих выпускников недополучить 1-2 балла — это вот целая трагедия. То есть я хочу сказать, что многие ставят перед собой слишком завышенные требования. И из-за того, что вот эти требования, они не осуществились, то у них получается такой эффект, как ожидание, реальность. И они очень сильно по этому поводу переживают. И, давайте, что делать, если боишься экзамена? Для начала не ругать себя за этот страх. Не ругать себя за этот страх, то есть не корить себя, да? Вот, я трусишка, все, я очень сильно боюсь, я никчёмный. Не надо так говорить о себе. И вообще все люди нервничают перед каким-то ответственным делом, перед каким-то ответственным испытанием. И даже взрослые, сильные, уверенные в себе люди переживают перед выходом, например, в новую работу, перед защитой диссертации, даже перед своей свадьбой, даже перед свадьбой, да? И тут я могу сказать, что страх может иметь такой... Обычно страх имеет такой негативное, как сказать... Мы воспринимаем страх как нечто негативное. Но тут есть еще такая положительная сторона страха. И в чем же вот эта положительность заключается? Страх заставляет нас собраться. То есть мобилизировать все свои ресурсы, показать лучший результат, на какой мы способны. Наверное, вам приходилось слышать либо видеть где-нибудь, да, такие случаи, когда, расскажу один случай из своей жизни. Моя мама очень сильно боится собак, и однажды она шла в гости к своей подруге. У нее частный дом, и она встретила стаю собак. Ну, их было очень много, 5 или 6 собак. И она от испугу даже сама не поняла, как поднялась на высоту своего роста. То есть она поднялась на забор, где обычный человек без стремянки не смог бы туда забраться. То есть... страх ее так сильно мобилизовал ее ресурсы, что она быстренько придумала себе план, как себя защитить.
Так, как можно правильно собраться перед экзаменом? Хорошо. Я на эти вопросы в конце... Вот все эти вопросы как раз-таки сконструируются в конце нашего эфира. То есть все будет... Вот как правильно собраться перед экзаменом, вот я расскажу техники. Хорошо, для начала у нас такое вводное, что такое страх, как с ним справиться, а потом мы рассмотрим техники преодоления страхов. Также я расскажу такие лайфхаки, либо подсказки, ну, мотивации, да, мотивации перед экзаменом, как можно себя смотивировать перед экзаменом. Так, то есть вот страх, он может таким образом мобилизовать все наши ресурсы, что мы можем отстреляться на все 100%, на что мы способны. И, но такой страх, который обессиливает человека, это уже относится к негативному. Так, давайте сейчас перейдем тогда к нашим техникам. Как успокоиться? Приемы, методы и техники. Я вот нашла такой... Вот все методы, которые... Ну, у меня тут не очень-то и много. Вот эти методы, они абсолютно доступны всем. В Гугле, если вбить, как успокоиться перед экзаменом, выскакивает очень много методов, техник, чтобы... В основном все... Все говорят, что именно расслабляющие упражнения, например, такие как дыхательные упражнения, очень сильно расслабляют и успокаивают человека. Это я с этим согласна. То есть вы можете вбить в Гугле, как успокоиться перед экзаменом, и вам сразу выдадут очень много техник, которые дыхательных упражнений, которые расслабляют человека. Но я сейчас вам расскажу про психологический прием и что тогда. Так, вот страх часто вызывает такие какие-то, я бы сказала, апокалипсические мысли. Например, страх вызывает такие мысли, как «всё, это конец», «всё, я пропала», «я это не переживу», «я это не смогу». То есть в таких случаях я рекомендую вам вот эту технику «И что тогда?». Всё очень просто. Отталкиваясь от этой ужасающей мысли, задайте себе вопрос «И что тогда?». То есть, и ответив на него, задайте снова и так несколько раз. Вот, например, хорошая ученица, которая собирается, например, поступить в филфак, переживает: кошмар, я получу тройку по профильной математике. Вот, у нее такие... ужасающая мысль, такая кошмар, я получу тройку по математике. И мы спрашиваем, и что тогда? И что тогда? И вот отвечает, да, например, это будет единственная тройка в аттестате, например, и что тогда? Это очень обидно, тройка ведь. Единственная тройка, она останется навсегда в моем аттестате. И что тогда? Это, да, в общем, ничего. Досадно, но не смертельно, да? Кому на филфаке будет интересна моя тройка по математике? И, по крайней мере, уже эта тройка не стоит и таких переживаний. То есть, задавая... все время вопрос «и что тогда?», мы можем снизить наш страх.
То есть в большинстве случаев вот наши такие ужасающие мысли имеют такой размер слона. То есть они, он такой на первый взгляд очень пугающий, очень такой, я бы даже сказала, он неестественно пугающий. А если мы будем задаваться вопросом и что тогда, то мы получим тот реальный ответ, который совсем-то и не страшен. Вот, например, я рассказала про девочку, которая хочет поступить на филфак. И так, теперь вот есть еще такая техника, которая называется звонок другу. Если совсем не дается диалог с самим собой, если страх мешает ясно мыслить, то представьте себе, что боитесь не вы, а ваш друг. Например, как бы вы стали его успокаивать? Какие вы могли бы приводить аргументы? И ведя такой диалог с другом, то есть вы сами удивитесь своему красноречию и убедительности. То есть вы увидите, так, вы просто напомните себе, что экзамен, например, да, это только экзамен. Ой, извините, я немного тут перепутала. То есть вот техника звонок другу, это на самом-то деле все-таки вы разбираетесь не в проблеме, не в страхе своего друга, а в собственных страхах. Но когда мы говорим о себе, то нам часто бывает очень трудно говорить о себе, о своих страхах. А если мы как-то будем говорить через своего друга, нет, друг, нет, друг отвечает, а убедить-то должны мы. Угу. Друг рассказывает про свой страх, какой он страшный, а мы должны его убедить на то, что экзамен не так уж и страшен. И тогда вы таким образом, через такую призму, вы снижаете свой собственный страх, даже свою собственную тревогу, ну, тревожность точнее. Угу, спасибо. И вот, я вот говорила про дыхательные упражнения, все говорят, о, да ладно, дыхательные упражнения, вот подышала и что, но все-таки вот такие дыхательные упражнения стоит делать, потому что то, что в голове, и то, что организм наш чувствует, переживает, это совсем другое. Мы не всегда можем, вот когда страх одолевает нас, мы не всегда можем контролировать свое тело, свое состояние. Из-за страха обычно вот симптомы страха проявляются обильным потоотделением, то есть у нас ладошки потные становятся, одышка, сердцебиение учащается, да, для того, чтобы нормализовать свое состояние, очень важно делать дыхательные упражнения. Дыхательные упражнения, давайте я покажу. Так, какое можно показать? Если вы перед экзаменом очень чувствуете, что очень сильно волнуетесь, что ваш живот болит, что у вас сердцебиение учащается все больше и больше и больше, остановитесь и немножко все внимание на себе сконцентрируйте и сделайте глубокий вдох. И выдох. Но выдох вы сразу не выдыхайте. При выдохе вы должны сделать очень медленно.
Вдох резко, а выдох очень медленно, и как будто вы пытаетесь задуть свечу, либо вы пытаетесь горячий суп дуть на, дуть на ложку горячего супа. Примерно так должны выдох, на выдохе так должны сделать. Например, давайте сделаем вдох. Примерно так. То есть осторожно, таким маленькой струей выдыхаем, как будто мы дуем свечу. Но давайте не дуем свечу, а дуем горячий суп. Хорошо? Итак, делайте 5 раз. Даже можно, если 5 раз не хватает, можно сделать чуть побольше. Но вот уже с 5-го раза у нас организм немного начинает успокаиваться, то есть сердцебиение нормализуется, потоотделение тоже нормализуется и так далее. Так, давайте сейчас поговорим про что нужно делать, либо что нужно сделать, чтобы не паниковать в преддверии ЕГЭ. Во-первых, я хочу сказать, что нужно ставить цели. Во-первых, ставьте цели. К сожалению, многие выпускники в конце учебного года не до конца уверены, куда собираются поступать и на какую специальность. Такая вот неопределенность создает такое дополнительное напряжение. То есть я сдаю экзамен, не знаю, куда поступить и вообще по какой специальности дальше идти. Это еще прибавляет к нашему страху еще такое состояние, как напряжение, да? То есть из-за этого у нас еще могут возникнуть ощущения напряжения. У нас на YouTube-канале ЦОПа, если вы на YouTube в поисковике напишите «Якутск ЦОП», либо «ЦОП Якутск», то наша страница выйдет. Наш канал выйдет, и вы там можете посмотреть вебинары. По-моему, с мая, либо с конца мая провели вебинары на такие темы, как поступить на бюджет в ВУЗ, как поступить на СУЗ, как поступить, вообще особенности целевого направления и так далее. То есть очень полезные вебинары, очень полезные видео есть для вас. И там мы указали ресурсы для абитуриентов. И вы можете там посмотреть, какая специальность вам может подойти, на какой вуз вы можете поступить, какой вуз для вас окажется таким подходящим, да, по всем параметрам. То есть именно вот определенность, куда поступить, на какую направленность, оно может для вас, может страх перед экзаменом снизить. То есть вы уже знаете, целенаправленно знаете, что если вы сдадите очень хорошо вот эти выбранные вами предметы, то вы сможете поступить на желаемый вами вуз и направление. И во-вторых, я хотела сказать про дисциплину. Дисциплина в чем заключается? Вообще нужно запомнить такое простое правило, как системность и порядок во всем.
Вот исследователи рекомендуют абитуриентам, ну, то есть выпускникам, тем, кто сдает экзамен, говорят, чтобы они дисциплинировали себя. То есть рекомендуют такие приемы. Изучайте материал комплексно во взаимосвязи между разделами школьной программы и обязательно равными порциями. Ни в коем случае не откладывайте на последнюю неделю. А также они рекомендуют все-таки вот в последняя неделя почти, да, до первого экзамена русского языка у нас почти осталось так 9-10, примерно 10 дней, если считать сегодняшний день. И все выпускники очень усердно готовятся по выбранным предметам. С утра до вечера проходят консультации по предметам. И вообще очень сильно нагружены наши выпускники. И вот все-таки нужно... Комарик летит. Все-таки нужно чередовать отдых и учебу. Все-таки вот между консультациями вы должны, я обращаюсь к школьникам, выпускникам, вы должны немножечко отдохнуть, немножечко прилечь, даже поспать. Можно переключиться на занятия, например, можно переключиться на любимое занятие, на хобби, на рисование. Вот рисование вот очень даже релаксирует человека. И все-таки в связи с тем, что мы перешли в дистанционное обучение, очень часто мы сидим перед телефоном, перед монитором компьютера, и то есть у нас нет физического вообще у нас нет даже времени, да, на то, чтобы подвигаться, подышать воздухом. Все время сидим, учимся, сидим на консультациях, и очень важно немножечко походить, немножечко сделать, поразмяться, сделать какие-то упражнения. На уроках физкультуры все делаем зарядку, и вы можете повторить эти зарядки, зарядки на шее, на плечо, на спину, на так, для рук, например. Можете вспомнить и сделать, то есть поразмяться. Это тоже немножечко отвлечет вас от сильного напряжения, сильной нагрузки, учебной нагрузки. И самое такое основное... так сказать, очень многие ученики слишком... слишком углубляются в сдаче ЕГЭ, в этих правилах, заданиях, что даже забывают о питании. То есть они забывают позавтракать, они успевают пообедать, но все-таки правильный режим питания нужно соблюдать. Во время обеда успеть пообедать, хорошенько попить чайку. То есть... то есть вот полноценное и правильное питание может, может предупредить вот возникновение каких-либо... Так, у меня тут кости немножечко мешают. Да ничего страшного, положи. Ага. То есть перед самим экзаменом давать... мозгу нашему отдохнуть, закалять наше тело,
и правильно питаться. Вот эти такие самые простые три правила, которые можно, в принципе, каждодневно выполнять. Так, давайте сейчас перейдем к мотивации. Все-таки некоторые говорят, ну, большинство ребят говорят, о какой мотивации вообще может идти речь, если все-таки одна мотивация для тех, кто сдает ЕГЭ, это просто сдать ЕГЭ. Сдать ЕГЭ успешно, не провалить его, либо хотя бы взять проходной балл, взять порог, точнее. Но из-за каждодневных таких учебных нагрузок мотивация у школьников пропадает и пропадает. Сейчас я по мотивации я хочу сказать, что можно... Ой, по мотивации я же вам сказала про визуализацию, то есть про неопределенность я вам говорила. То есть можно мотивировать себя тем, что вот именно я попаду в этот вуз. То есть спасибо. Хорошо. Так, меня тут немножечко отвлекают. Можно себя мотивировать тем, что... Давайте сделайте так. Найдите время до консультации, либо после консультации. Найдите время и определитесь с вузом. С вузом или хотя бы с направлением, по которым вы можете дальше учиться, дальше осваивать это направление. Например, для тех, кто сдает, например, биология и химия, наверняка они хотят поступить на медицинский, либо на биологическое какое-то направление. Тогда я рекомендую вам ресурс «Поступи онлайн». Наверняка все знают, все тут знаете. В этом ресурсе есть собрано почти, ну, большинство вузов России, и там представлены все специальности, которые есть в институтах. И вы можете по своим выбранным предметам, по своим интересам можете найти для себя подходящие направления и подходящие вузы. И уже поставить себе цель поступить в этот вуз и в это направление. И можете сделать карту желаний. Знаете, что такое карта желаний? Карта желаний — это визуализация каких-то мечт, либо целей. Вы можете взять любой листочек А4, даже можно на тетрадке, и визуализировать свою цель, например, свою мечту. И вот, например, я хочу поступить, давайте, в ИГМУ, Иркутский медицинский университет, например, да, и по направлению, например, лечебное дело. Это моя цель. И для того, чтобы поступить в это направление, что я должна сделать? Ну, сдать ЕГЭ. ЕГЭ на отличный, ну, насколько можно высокий балл. Также я хочу работать врачом. Я хочу иметь высокую зарплату.
То есть все свои хотелки, все свои цели вы можете... Тут нет определенных правил, как заполнять карту желаний. Вы можете погуглить, как это делается, но вы можете, исходя из собственных желаний, исходя из собственных хотелок, как угодно нарисовать свою карту желаний. Но вы можете рисовать свою карту желаний именно по своей профессиональной, так сказать, по профессиональному пути. И повесить его на, например, на холодильнике, либо перед, либо рядом со столом, чтобы было видно, чтобы вы часто могли его видеть и вдохновляться. То есть, если я очень хорошо сдам ЕГЭ, то я могу поступить вот в этот желаемый университет. Тем самым вы, постоянно видя вот эту свою карту, уже мотивируете себя. И также про мотивацию вы можете мотивировать себя именно тем, мотивировать себя именно положительными какими-то событиями. То есть, если даже можете помечтать. Например, если я сдам ЕГЭ на 95 баллов, то что бы могло... То что бы я сделал, да? Например. И также... Ой, я немножечко, вот опять вот мое волнение, мой страх путают мои мысли. Я совсем забыла, что хотела сказать про мотивацию. У меня в голове осталась только карта желаний. Ну давайте. Давайте напишите, что вас мотивирует делать, например, делать очень важное дело. Что вас мотивирует? Например, что вас мотивировало, когда вы сдавали диплом, когда вы защищали диплом, либо что вас мотивировало, когда вы сдавали какой-то либо экзамен, либо, так, я посмотрю тут вопросы. Так, тут вопросов. Ну, тогда я так скажу. Мои мысли вообще улетучились. Про мотивацию. Такой для меня, вот, давайте я расскажу свой собственный опыт, как я сдавала экзамены. Если честно, я ЕГЭ сдавала 7 лет назад. Я не смогу так ярко вспомнить свои ощущения, какие были, но все-таки, конечно, волнения были. Страх мой заключался в том, что, наверное, страх был у меня был страх не самого экзамена. Я даже думаю, что у большинства ребят страх возникает не из-за самого экзамена, а за последствия. То есть, что будет, если я не сдам? Что будет, если я не смогу там набрать желаемый результат и так далее? Получить хорошую оценку или поступить на бюджет. Да, это вы про мотивацию.
Это очень хорошая мотивация. То есть мотивация получить хорошую оценку по результатам сдачи ЕГЭ и аттестат уже получили. То есть это имейте в виду хорошую оценку именно по результатам ЕГЭ. Или поступить на бюджет. Вот, поступление на бюджет тоже очень такая сильная мотивация для того, чтобы сдать ЕГЭ на, насколько возможно, на наивысший балл. Да. Ага. Так, что я хотела сказать? Да, вот у меня был страх именно, что будет, если я не... Если я, может быть, провалю, может быть, сдам на очень низкий балл. Но вот я сдала, у меня был не такой уж и высокий, ну, средний, только чуть выше среднего балл был. И я благополучно вот поступила на бюджет. Вот. И так, опять у меня мысли улетучились. Ага, вот, я хотела сказать, многие боятся именно последствия экзамена, что будет, если, то есть, они сразу, ну, большинство ребят сразу думают негативно. А что, если не сдам? А что, если не сдам? Вот, для того, чтобы... заранее, возможно, знать ответы на эти вопросы, я вот рекомендую прямо сегодня, прямо вот в эти дни посмотреть ресурсы для абитуриентов и примерно определить желаемый вуз, желаемое направление, и тогда у вас появится даже мотивация, снизится у вас вот тревожность, возможно, и страх. У вас появится такая мотивация поступить, например, на бюджет, на физико-математическое направление в Санкт-Петербург. Это же очень классная мотивация. То есть я рекомендую всем абитуриентам посмотреть такие ресурсы и примерно для себя. Но вы отметьте для себя не только одно направление, один вуз, а несколько вариантов. И даже рекомендую отметить вузы по разным категориям. Например, если я сдам ЕГЭ на высокий балл, то я поступлю на этот. А если я сдам, например, средний, то я поступлю в этот вуз. А если я сдам, ну, не очень хорошо, то у меня есть варианты поступить на вот эти направления, на эти вузы. То есть примерно для себя вот такие вот варианты поступления, варианты вузов для себя определить. И тогда у вас не будет такого напряжения, такой растерянности. Примерно вы будете уже знать свои силы. Это может избежать еще одного такого ожидания реальности, да? То есть, как сказать... Вот те, кто ожидают от себя слишком многого, слишком такого нереальных результатов, даже если они набрали чуть выше среднего, то они все равно, ну, бывают такие люди, которые сдают чуть выше среднего, но все равно недовольны. То есть, чтобы в любом случае не быть недовольным, нужно заранее запастись вот такими возможными вариантами институтов, вузов. Угу. А какие именно конкретно ресурсы можно посмотреть? Так, я рекомендую, в начале эфира говорила,
Сейчас еще раз повторю. Пожалуйста, на Ютубе, в поисковике напишите ЦОП Якутск, и тогда выйдет наш канал, наш Ютуб-канал. И вот на всех вебинарах мы демонстрировали, показывали ресурсы, полезные ресурсы для абитуриентов, для всех тех, кто в этом году желает, планирует поступить. У меня был эфир, посвящен именно как побороть страх, как побороть волнение, но у меня у самой во время эфира зашкаливает вот это вот волнение, страх. И мне, конечно, немножечко вот сама обстановка успокаивает из-за того, что я вот дома и немножечко себя комфортно чувствую, но все равно вот чувствую такое волнение, потому что это, наверное, мой прямой эфир первый. Ну, я, кажется, заканчиваю на этом. Есть ли вопросы? Если у вас вопросы, я на них отвечу. Немножко подожду вопросы, а затем только завершу. Так. Спасибо вам всем, спасибо вам, спасибо, что присоединились к эфиру, что послушали меня до конца. Надеюсь, я сказала вот полезные какие-то техники, полезную информацию, возможно, для кого-то. Я затем сохраню эфир и посмотрю себя со стороны и посмотрю свои симптомы вот волнения. Потом, возможно, в каком-нибудь эфире я расскажу обратно, ну, как-то рефлексивно могу поделиться своим ощущением, как я со стороны выгляжу, как вообще, как у меня проявляется вот это волнение. Ну, хорошо, всем спасибо. Кажется, нет вопросов. Я эфир сохраню. Всем спасибо за внимание, всем спасибо за то, что вы со мной до конца послушали сегодняшнюю нашу тему. Ну, всем спасибо. До свидания. Пока-пока.